Всем привет! Приветствую вас на своем канале «Истории жизни» с Эмилией Гарден. У нас невероятно быстро пришла зима, выпал снег, и настроение стало сразу новогодним. И мы захотели уже нарядить наши комнаты, наши спальни. Начнем с детских комнат. Сейчас вы все сами увидите. Все елочки разные, все по-разному украшены, у каждого разное настроение. А мы начинаем украшать свой дом к Новому году. Как я люблю Новый год! Вот эту суету, декор дома, вот это приготовление к празднику. Вот это самое мое любимое время, наверное. Леночка украшает свою елочку. Мы начинаем с детских комнат. Леночка украшает сама свою елочку. А Максимке украшаю комнату и елку я. Единственное, учитывая его, конечно же, желание, пожелание, чтобы он хотел видеть, ну, на своей новогодней еле, а чтобы не хотел. У него из года в год всегда только в бубенцах, в этом году ничего не меняется. Вот они гирлянды, вот она елька. Этот угол сейчас выглядит вот таким образом. Переключаемся, комната подростка. 15 лет Максимке. Сейчас будем делать комнату более под его возраст. Короче, сами все увидите. Давайте начнем с того, что я поставлю елку. Включаемся, елочка у нас стоит. Теперь осталось на нее мотать гирлянды. Сейчас я это сделаю. Елочка уже горит вся и светится у нас гирляндами. Вот таким образом выглядит теперь елочка. Уже приступила к наряжению, так, снаряжению своей елки на Новый год. Уже ленты пошли в ход. Такие красивые ленты. В том году дочь покупала, да? В том году покупала. Да, в том году, в том году покупала она такие ленты. Красные еще есть. Красные у нас будет на этом. Это красная, зеленая. А есть бордовая. А, ты покупала, по-моему, бордовую. А я не помню, какую покупала. Когда будем наряжать в зале, увидим. Очень красиво. Ну вот. Такие вот ленты у нее по елочке. И вот такие девочки-бусы. Смотрите, как они классно смотрятся в елке. Переливаются, блестят. Какая красота. Просто. Видите, как они блестят? Как льдинки такие. Очень красиво они смотрятся. Вот, переключаемся, девочки. Все. Максимкина елка готова. Внизу у него подарочки. С такими, знаете, всем покажу. Бантики здесь не красные, блестящие, а вот такие вот. Такие вот бантики здесь, такая же лента. Здесь у него такие подарки под елкой. И сейчас я займусь декором штор. Очень ему нравится, когда висят именно гирлянды на шторах. Свечение такое в комнате сразу праздничное. Шторы у него украшены гирляндой. Каждый год я это делаю. Ему... Максимке очень нравится всегда. Так это выглядит. Девочки, я закончила украшение Максимкиной комнаты. Леночки, что тут у нее происходит? Зеленый, красный, я смотрю, большую степень присутствуют карамельки. Кукуруза в том году, она ее покупала. Щелкунчики. Да, можно купить зеленый.
такой щелкунчик. У нее такая ретро-елка, можно сказать. Красота, уже такое настроение. Красота. В нашей спальне я также ставлю елку. Ставлю вот в этот угол. Сейчас это кресло уберу в другую сторону. А это несу в другое место, убираю тыквы и ставлю елку. Елка стоит, осталось убрать тыквы с камин. В этом году я буду задействовать белый с золотым и золотой цвет в спальне, так как у меня много меховых подушек в этом году будет. И еще... В нашей спальне вот такие подушечки у нас. Если перевернуть, будет белое. Если развернуть, то он пайетки вот золотым цветом. И белое с золотым мне так нравится, что в этом году я решила именно больше задействовать на елке в спальне именно белый и золотой цвет. Потому что на первом этаже... В гостиной, да, будет такая традиционная в этом году красивая красная с белым елка. Все в традиционном цвете, такой традиционном новогодний рождественский цвет елки будет. А вот в спальнях у каждого какая, кто какую хочет. И в этом году, в том году у меня была карамельная в спальне елка, а в этом году у меня будет вот белый и золотой. Для этого я буду использовать вот такие шарики, мне они нравятся. Это пластик, но он настолько качественный, девчонки. Мне нравится верху этого шарика. Вообще шарики очень красивые, очень красивые. Необычные. И вот такие шарики. Видите, тоже там такое золото проглядывается. На елке смотрится очень благородно. И буду использовать вот такие цветы. Знаете, засахаренные прямо. Небольшие красивые цветы. У нас в спальне темнее стены, чем они на камеру. Не такого чернильного цвета. Вот такой цвет у нас стен. Вот такой, да, вот сейчас вот правильный цвет стен. Чуть-чуть я уже сделала гирлянды. Многие спрашивают, почему она у вас вот так вся сияет в огонечках. Вот вся-вся-вся. Я делаю вот что. Ну, как я раскладываю гирлянду. Вот, например, смотрите. Вот веточка. Вот она, да? Она вот объемная такая. Я не закручиваю, не забинтовываю ветку никогда. Я раскладываю гирлянду. Так. Так. И вот так. Да? Дальше следующая идет гирлянда. То есть, ой, дальше идет следующая ветка. Она сама туда ложится. И в обратную сторону. Смотрите, так раскладываем, сюда, сюда, как бы змейкой, сюда и возвращаю. Затем, после того, как я вот так разложила, да, змейкой, я просто беру, не обматываю, не бинтую ветку, а прячу этот провод среди хвои. Тогда хвоя получается не замотанная в этой гирлянде,
а каждая веточка как будто бы горит. Вот таким вот образом. Одной рукой мне, правда, это сложно сейчас будет сделать. Я попробую. И вот так. Просто нужно прятать ее, эту гирлянду, среди хвои. Если у вас, например, белая заснеженная елка, то возьмите прозрачный провод, гирлянду с прозрачным проводом, либо с белым проводом. Тогда она будет смотреться, ну, намного лучше. И вот так вот веточки поправляю. Какая вижу, не туда идет. Так вот расправляю. И вот сюда ее прячу, например. Вот так. Вот. И здесь тоже хвою поправляю. Видите? Получается, спрятан провод практически. Ну и дальше также я буду делать. Вот это я спрячу в хвою, да? Вот так вот. И все. И она будет вся как будто бы гореть. Вся сиять. И так я проделываю со всей елкой. Раскладываю, сразу же прячу. Раскладываю, сразу же прячу. И потом она будет у вас вот вся-вся. Видите, как будто бы в огонёчек. Девочки, переключаемся. Вот так у меня получилось. По идее... Здесь у меня 40 метров, но можно бы еще 20-метровую сюда или 10-метровую сюда гирлянду добавить. Вот еще добавить можно. Метров 10-20 хуже не будет. Так что елка, которая 2,60, да, или 2,50, требует либо 40 метров, а если будет 50 или 60 метров гирлянды, это еще. Так, девочки, теперь я ее украшу шарами. Мне очень нравится, как она как он смотрится на елке. Так винтажно, знаете? Очень хорошо, по-моему. Любители минимализма, вуаля! Вот елка минималист. Я бы сказала, такой минималистический шик, девочки. Но я добавлю сюда золото и добавлю вытянутых игрушек. А что из этого получится, сейчас увидите. Эту елочку я добавлю таких винтажных элементов, вот таких игрушек. И сразу елка будет по-другому смотреться, прозрачных шариков. Красные элементы также будут присутствовать. Вот в таких шариках есть такие ягодки красные. Так, девочки, я добавила побольше золота, стеклянных игрушек. И теперь еще добавлю винтажного стекла. И тогда эта елка впишется в мой интерьер. Так. Так. Видите, как хорошо она еще вытягивает. Вот эти сосульки, такие формовые игрушки, они вытягивают немножко елочку. Я протерла свой камин, и теперь я приготовила крепление для того, чтобы закрепить сюда гирлянду, хвойную гирлянду. И вот носочки я тоже вешаю вот на такие вот крючочки. Когда я убираю новогодний декор, тянем за вот этот край и спокойно все убираем. Это сейчас пока все выглядит. Этой гирлянде, я не знаю, уже миллион лет, но образно, конечно, очень много. Еще тогда только-только начали появляться более-менее приличные гирлянды. Я ее купила, у меня штуки две, по-моему, такие гирлянды. Но теперь я их использую как базу, девочки. Я ее расправляю. Мне вообще нравится в такие гирлянды, когда я украшаю комод, камин, да, все что угодно, да, полку под телевизором. Добавлять к хвойным вот таким гирляндам эвкалипт. Я не знаю, мне очень нравится. Нравится добавлять какой-нибудь другой совершенно... хвойные гирлянды, но совершенно другого типа. Вот такой. Она намного лучше выглядит. Шишечки здесь такие реалистичные. И когда сверху уже
смешиваешь вот эту базовую гирлянду с такой приличной, да, то совсем по-другому все это дело смотрится. Затем на эту хвойную гирлянду я разложу вот такую гирлянду фонарики, и только потом я начну ее декорировать такими шишками или эвкалиптом и так далее. Девочки, разложила я световую гирлянду, и уже совершенно все по-другому смотрится. Не прячу я в хвою ее, здесь она просто лежит, потому что сверху я начну сейчас декорировать ее. Вот разложила, все, больше ничего не делаю. А теперь я сейчас вот сверху так положу вот эту хвойную веточку, и совершенно будет по-другому смотреться сразу эта базовая ветка. Вот так. Не знаю, куда штатив, девчонки, делаю. Поэтому вот так, одной рукой. Все, бегала, куда я его делала, не знаю. Может, унесла на съемки. Так, сейчас вот здесь тоже расправим. Так, девочки, вот что у меня получилось. Развесила я игрушки, немножко добавила я сюда шишек золотых. Золотые игрушки, шарики. Чем они мне нравятся, то, что можно ими и проем украшать, и, ну вот в данном случае, камин. Потому что легкие, но смотрятся невероятно просто хорошо, прям качественные такие шарики. Что теперь, мне кажется, сюда не хватает, девочки? Я добавила вот такой портрет Деда Мороза. Мне кажется, он хорошо здесь станет. Теперь вот здесь я могу задекорировать. Мы закончили наряжать и украшать наши комнаты к Новому году. Настроение сразу же просто великолепное, когда включаем утром елочки. Но это красота, конечно же. Девочки, вдохновляйтесь, украшайте свои дома. И ничего страшного, если вы сделаете это на неделю или две раньше. Ничего не случится. Вы только поднимете себе и своим близким настроение. Почему бы нет? Тем более, когда за окном уже так хорошо выпал снег. Стирайте временные рамки и стереотипы и делайте так, как хочется вам. Если вам хочется поставить елку сейчас, в этом нет ничего плохого. Вы создадите только уют и невероятную атмосферу в своем доме, куда возвращаетесь после работы вы и все ваши домочадцы. Ведь настроение мы делаем себе сами. Так что все зависит от нас. Кроме того, что я украсила вот этот
уголочек свой. У камина поставила елку, украсила сам камин. Я, конечно же, и поддержала настроение зимы и Нового года с помощью постельного белья, зимнего, винтажного, сказочного. Ну и когда кровать в застеленном виде, она также выглядит очень празднично. На этом я закончу свой обзор. Всем мира и добра. Вдохновляйтесь, девочки, и украшайте свою жизнь, украшайте свои дома. Пока. Пока. Увидимся в следующих обзорах. У нас впереди куча всего интересного.